Всем привет! Сегодня бой на тайпе. Карта утес. Я в топе с восьмерками. То есть можно агрессивно играть достаточно. Единственное, конечно, волнует тайп их не вражеский. По-хорошему нужно их, конечно, подниматься направо, наверх. Хорош. Но я надеюсь здесь увидеть внизу очень много ПТ-шек и их сначала всех развалить. И поэтому у меня охота вправо вообще перейти бой. А еду я понял. Поставил на него тоже допаёк, обзор 509 метров стал с оптикой. То есть никакая вражина ни из каких кустов вас безнаказанно по вам не стрельнет. Вот уже меня засветили, и конечно же меня засветил Т-49, видите, я вот тут же в ответку свечу. Очень приятно и очень удобно. Я не знаю, что они все встали. Увидели это 49-го и встали, вообще непонятно почему. Агрессивно вкатываю. Т-49-ку почему-то никто не контролит. И у меня теперь здесь как бы не особо хорошая позиция. Справа тайп, прямой борщ. И слева Т-49, который будет стоять, у меня тоже нервы все выматывать своими фугасами. По тайпу я не вылезаю, не вставляюсь. Вот здесь сейчас повезло, такой полувертухан зашел. В эту Т-49-ку, единственное, что обидно, что его по-прежнему снова не давили никак. Меня больше всего волнует борщ, потому что если он попадет, он мне снесет очень много. А я никак не могу понять, где он там стоит и почему я его там не вижу его. Почему-то попал в гуслю без урона. Поставил мод, короче, этой быстрой прочинки, и он у меня теперь чинит гусеницу. Надо его нафиг вообще убрать. Т-49, я не понимаю, Т-49 светится, стреляет по мне. И его до сих пор никто не контролит. Он мне снес уже 200, у меня 300. 300 первым выстрелом, и сейчас 2 по 260. То есть у меня 560 суммарки снес урона, это очень много. Слава богу, его забрали каким-то чудом. Все, теперь ждем борща, по тайпам мы уже не вылезаем. Ждем борща. Наверху у нас как бы не очень все хорошо, и в принципе у меня тоже нехорошо, очень сильно просел по хп. Поддержки особо нет, а дарты, но она вправо, наверное, помогает, наверное. Но здесь опять мне очень сильно повезло сейчас. Если бы сейчас я его не шотнул бы, то мне, я то опять бы попадал бы в перекрестку в эту. А теперь с тайпом уже можно один в один уже
постреляться. Тут Ахо, к сожалению, вылез еще. Но Ахо меня не интересует, надо тайпа. К сожалению, почему-то опять минимал какая-то. 22 урона через гуслю проходит. Вообще непонятный какой-то урон через гуслю. Я уже еду уже забирать именно этого тайпа. Хорошо. У меня уже сзади меня уже бегает 268. Вообще офигенная ситуация. Окей, там вроде за ним его вроде контролит. Попробую забрать этого Ахо. Но на полке уже стоит Удес, а этот заныкался. И плюс арта еще. То есть здесь вообще сейчас я бы сейчас, если буду стоять здесь и вот пытаться забрать, я тупо солю свои хп все. Это абсолютно здесь не нужно. Живы две арты, жив Удес на полке. Он не пробивает, потому что на тайпе, смотрите, на тайпе нужно немножко, немножко, совсем немножко нужно доворачивать корпусом. Совсем немножко, градусов так 10. Если хотите, чтобы у вас на тайпе были не пробития. Опять же, конечно, это же будет опять же рандомное танкование, да, рандомное танкование. Но все-таки шансов будет побольше, нежели чем вы просто будете под прямым углом стоять. Я вижу, что катка уже подвисает, поэтому я уже, да, несколько выстрелов назад уже перешел на голдовые фугасы. Потому что уже тащить надо. Уже в подвисоне все. И раз снизу я не могу себя реализовать, значит надо подниматься наверх потихонечку. Вот здесь хорошо попал. Мог опять же улететь какую-то в неизвестность куда-то выстрел, но аллилуйя, он попал. Арта стоит 2-4. И опять, видите, сработал этот мод починки. Опять хотел починить орудие, нажал пятерку, орудие скорее починить, а у меня починилась гусля. То ли к этому моду починки нужно привыкнуть, чтобы когда идет типа починка гусли, то как бы не нажимать пятерку. То ли его вообще удалить этот мод. Пока что он мне на самом деле тут мешает. Засвечивается артовод. И засвечивается ПТХ. И мне лучше засейвиться от ПТХ. Движение мажу. Видите, под углом меня с ума не шьет. Слава богу, у меня здесь есть сейв. Теперь я уже... Так как я знаю, где... стоит вторая арта в А4. Я встал спокойно за холм и уже стою спокойно. Вторую арту, опять же, очень хорошо, что все попали. Опять же, у меня сейчас сломанное орудие, мало хп и меня боятся. То есть мне лучше на самом деле свой выстрел как можно сильнее беречь. Меня кто-то светит, ну, ПТХ явно стоит где-то здесь. Пока я чинил орудие, я просто не стрелял с сломанным орудием. Решил починить, он уехал, к сожалению, Е4. Ну, Е1, то есть. Ну, у меня фуловые друзья. Мои командики. Пусть они должны мне светить, я буду добивать всех. Он вот под меня уползает. Забираем его. Беспокоит сейчас, где Е1. Вот он меня больше всего беспокоит, потому что Соума, как мы видим, меня не особо пробивал. Поэтому пару выстрелов мы можем его станчить.
опять же, не стал рисковать. Опять же, на всех таких вот сильных танках с большой альфой лучше свой выстрел поберечь, чтобы вас боялись. Едем пытаться высвечивать стерву, или может быть здесь под нас поджался Ахо. Нет, Ахо там так и стоит на этом углу. Единственное, сейчас проблема будет, но у меня вроде полно хп, он может ко мне зайти сзади. Вот, арта при выстреле засветилась. Ее убиваем. И повезло, что Соума там пошел стреляться вниз, там на нашего 704-го, и он скатился с горы и подох. И все, мы остались вдвоем, и плюс у нас две арты против их Ахо, которая известно где, и против стервы, которая тоже известно где стоит на полке. Вот сейчас 704 делает вообще непонятные вещи. Ехал, взял и зачем-то развернулся. Зачем развернулся, фиг его знает. Не, ну может быть, на самом деле, реально, полку контрить, на самом деле, реально нужно вот с центра, на самом деле. То есть засейвиться за холмом, в котором я стою, ну, ближе вот на C4, C5, и потом уже ближе к этой полке подъезжать. Возможно, реально это вот по B6, B7, B8 ехать на эту полку, светить. Это реально может быть плохо, потому что больше своих хп теряешь, прежде чем засветишь ее. А здесь ты уже под горку поджался. Я думаю, что он, надеюсь, едет поджиматься, а не просто катается. Да, он едет поджиматься. Вот, сейчас этот камушек его спасает. Вот эта горка будет его спасать, если что. Ну, он по-любому там стоит. Единственное, что он перестал меня светить, то, скорее всего, он мог уйти и, в принципе, и вниз куда-то упасть там. Ну, посмотрим. У меня, кстати говоря, уже 5 фрагов, поэтому я подожду, пока он будет шотным. Потому что у меня 704 фуловый, ничего с ним бедового не случится. Отлично. Все, забрали шотного, те 6 фрагов, все, теперь можем активно ехать. И не боясь даже слиться. Все, артовод даже сам справился. Вот такой вот бой получился. Смотрим результаты. Дали мастера 4300 урона, 6 убитых, 3300 на света, и сейчас смотрим, сколько заблокированного. Так, я 4000 набил, 1400 опыта дали, 1415, 4700 вин-8 дали за это, и заблокировал я в итоге 2790, то есть отблокировал свое хп, хотя на самом деле больше на самом деле было выстрелов, ну в гуслю, наверное, не засчитали, но все равно как отбитые свое хп засчитали, и поэтому дали стальную стену. И помимо мастера, в итоге еще сделали ЛБЗ 11 на Химеру для блока немцев и японцев, уничтожить 6 и нанести 3000 урона. Вот такой получился бой. Желаю вам сыграть еще лучше. Удачи. Пока.